Среди многочисленных политиков прошлого нет, пожалуй, более подходящего персонажа для нашей программы, чем незабвенный Леонид Ильич. Человек, символизирующий собой целую эпоху, с чьей-то нелегкой руки, названную застоем, личность весьма колоритная во всех отношениях. Сместивший с помощью хитроумного переворота своего предшественника, Брежнев поначалу многими всерьез не воспринимался. Большинство советской политэлиты думало, что Ильич номер два – фигура временная. Но они просчитались. Если бы не суровые законы природы, он мог бы править вечно. Современники помнят двух совершенно разных Брежневых. Первый – молодцеватый, подтянутый, любитель красивых женщин и дорогих авто. И второй – немощный, плохо соображающий старик, обвешанный всевозможными орденами и медалями. В Кремле состоялось вручение высших перуанских наград советским руководителям. От имени президента Республики Перу Франциско Моралеса Бермудеса министр иностранных дел Перу Хосе де ла Пуэнте вручил большие кресты Ордена Солнца Перу Леониду Ильичу Брежневу. Позвольте выразить уверенность, что эти отношения будут и впредь верно служить делу взаимопонимания. Вместе с тем, сегодня в памяти миллионов наших соотечественников Брежнев остался как человек, подаривший стране, не знавшей в истории ничего, кроме кнута и нищеты, 18 лет простого человеческого счастья. Сам же Леонид Ильич искренне хотел, чтобы его народ жил хорошо, и делал для этого все возможное. Жил довольно скромно, имея довольно простенькую по нынешним временам квартиру в Москве на Кутузовском проспекте, в которую, кстати, въехал еще в 52-м году, будучи рядовым секретарем ЦК. Жил в основном на небольшой даче в Заречье, что находится в Одинцовском районе Подмосковья. А по выходным неизменно ездил в охотничье хозяйство Завидово, что в 100 километрах от Москвы по Ленинградскому шоссе. И все московские водители знали, если в воскресенье шоссе перекрывают, значит генсек за рулем своего Роллс-Ройса обчиться с охоты домой. Осень жизни Брежнева совпала с осенью жизни великого государства, плотью от плоти которого он был. Она стала, как и всякая осень, временами грустной, местами веселой, но в основном удивительно красивой, спокойной и мудрой. А потом наступила зима. И вновь продолжается бой.